Чемпионат WorldSkills Russia – это не только соревнования по компетенциям, но и полезная и разнообразная программа для студентов. В среду в спортивном комплексе «Олимпия» состоялась ярмарка вакансий. Места готовы предложить 15 компаний. Все это стабильно работающие предприятия Ивановской области с возможностью карьерного роста. Профиль самый разный – IT и текстильные компании, работа в сфере правопорядка, здравоохранения и энергетики. Например, станции скорой помощи требуются анестезиологи, реаниматологи, психиатры, фельдшеры и медсестры. Что мы можем предложить? Мы можем предложить интересную работу, колоссальную медицинскую практику. Заработная плата у нас тоже, в принципе, средняя у среднего медицинского работника 26 077 рублей, а у врача средняя заработная плата 46 401 рубль. Приходите. Компания «Сагаз» на Ивановском рынке полтора года. Позиционирует себя как крупный белый работодатель. Соцпакет возможности карьерного роста. Студентам такой вариант симпатичен. Мы сейчас слушали девушку, это было очень интересно. Она рассказывала, там очень много вакансий студентов, там можно, там обучают, можно проходить практику, там помогают. Очень интересно, заманчивое такое предложение уже. Есть варианты, что после колледжа можно туда попробовать устроиться. Мы очень крупный работодатель, белый, что немаловажно для нашего города. И да, нам действительно требуются студенты, выпускники, у нас большой офис. Вакансии есть разные, в основном нацелены на бухгалтерию, на, соответственно, работу с компьютером. Также у нас есть замечательный медицинский пульт. То есть это сейчас для нас очень важная вакансия. Мы ищем студентов-медиков, да, которые закончили медицинское учреждение, потому что подразделение занимается консультированием клиентов, которые обращаются за медицинской помощью по страховым программам ДМС. Для студентов ярмарка вакансий – это не просто возможность познакомиться с потенциальными работодателями, но и договориться, например, о прохождении преддипломной практики. Елена Белова, Денис Денисов, РТВ Иваново.